Hey, yo guys, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру под названием Darksiders 2. Так, в прошлой серии мы зашли в храмик с вами. Мы одолели, получили новый предмет. Это у нас топорик, довольно хороший топорик. Ну блин, я не знаю, здесь у нас сила, плюс у нас... А, крит урон. А шанс крита только 10%. Ясно. Окей, посрать... Ой, я тупой. Ну ладно, не беда. Пойдемте дальше. Блин, я не полностью отхилился. Пу-пу-пу-пу-пу. О, рунка. Так, где-то здесь должен быть сундук. Там что спереди есть. Бля. Ладно. Повторное. Так, там, в принципе, зайти не... Тихо. Оу. Даже так. Так, а на что у меня там ботиночки были? Защита и сила. Нахождение золота, в принципе. Защита побольше будет. Так. Вам послышалось? А не послышалось! Где эта херовина? С летающими тварями. Или они из дерева выходят? А, посрать. Они хилки нужны. Так. Компас скитальца. Одна из утраченных сокровищ скитальца. Если вы заблудились или ищете что-то, этот компас укажет нужное направление. Так, компас найден, отличненько. Еще денежки. О, тихо. Бамс. Бамс. Денег так себе, на самом деле, не очень много. Не роскошь. Хотя у меня процентов много сейчас. Так, поехали. Поехали, поехали. А, увидел. То, что меня в заблуждение привело. Непонятности. Там еще один голем. Ну, с помощью этого голема, по сути, я подниму лифт. Это логично. Потом я возьму того голема. Его уведу, чтобы лифт не спустился вниз. Ну, короче, довольно легко здесь. Только время тратим чисто на то, чтобы залезть роботом. Я буду его называть робот. Потому что он работает на энергии. Так, готово. А вот на этом мы с вами поедем. Так, сначала я, прежде чем идти дальше... почему? Он сломал.
Так, а в чем разница? Зачем мне нужно было туда ехать? Чтобы, типа, только стрельнуть ради этого? Так, броник. Броник дерьмовый, но я возьму. Не, ну мы все равно сейчас тот проходик пройдем, потому что мне нужно посмотреть, что там. Там страница, которая мне нужна. А, мне туда просто не попасть. Стоять. Что я сделал? Вы хотите, чтобы я дохуя раскатался, да? Круто. Что там, ворота, да, открыл? Теперь мы этим едем туда. Главное не упасть. Сразу вопрос открывается, как мне туда попасть. За эту решетку. Так. Обратно, обратно. Я там, кажется, что-то слышал. Не, послышалось. Как мне туда попасть? Да нельзя никак попасть. Мне нужен полет. Мне нужен двойной прыжок, которого нету. Так, теперь залазим в тебя, едем на ту точку. Много времени тратят. Они просто дохуя тратят времени моего. Там все еще закрыто. А не, открылось все. Замечательно. Так, страница книги. Соберите 10 таких. Бла-бла-бла. Еще 4. Так, побежали. Отличненько. Надеюсь, таких дальше тупых головоломок не будет. Монстра. О, много монстров. Вижу красного. И вижу пункт назначения, куда мне нужно дойти. О, голем. Здорово. Я не знаю, на самом деле, так как я делаю два здесь удара, а там я только сделал один, ну, мощный. Блин, вот сам, на самом деле это спорно. Что из того было лучше? Я вижу смысл туда спрыгнуть. Уже не вижу. Откуда я знал, что я сдохну? И лично я не знал. Так, готово. Ну, идти легко. Да-да-да. Много монстров, много монстров. Ой, это плохо, это вот это уже плохо.
Это очень ужасно. Это называется, сейчас вам будет пизда, потому что я буду тратить способности. Ай. Почему ты такой жесткий? Эй, парень. Слишком жесткий. Нет, я понял. Я вас понял. Я вас услышал. Теперь мы только с этим ходим. Потому что у меня сейчас не так уж много хп. Готово. Деньги. Деньги. Мне нужен робот. Так, вижу, подъем. Наверх. Как убирать пушку эту сраную? Почему ты падаешь? Почему он упал? Зачем? Зачем он это делает? Нахуя? Ладно, делаем так. Вот мразь, вот ты мразь. Он чуть снова не упал. Ну да, сейчас ты зацепился, конечно. А, там ворота можно открыть. А это не было разве? Так. Мне открылись там. Я сомневаюсь, что я здесь был. У меня тут драка была. Там можно отсюда уходить. Да, это тогда что здесь у меня? Карта. Что, блядь? У меня здесь была закрыта или открыта? Сейчас я задаюсь вопросом. Кажись мне пизда. Я ищу хилки. О, одну нашел. Ой, нужен хил. Опять нужен хил. Да ёлки-палки. Я не могу ударить уже, я увернуться уже не могу. А, как вы меня бесите.
Зелье здоровья найти в сундуках, на телах убитых врагах, в осколках вещей или у торговцев. А торговцев дорого. Дорого у торговцев. Дорого. Дорого. Дорого это... А, у меня фулл хп. Сундук. А, тут еще вещи точно рандомно аж падают. Пошел нахуй. Нахуй. Я буду держаться на расстоянии. Я и буду держаться на расстоянии. Ай. Почему так мало я нанес ему урона? Бам. Вот этого сразу разорвал. Бам. Пидорас. Готово. Минус. И вопрос, стоило ли оно того? Почему они такие жесткие? Ой. Ярость. Дальше, давайте больше мне дропа с этого ящичка. И хилки нужны. А по косарю покупать их это как бы не очень. Ладно, идемте дальше. Ну, выглядит ничего так себе. Как обычный храм. Однако круглая арена предъявляет мне опасность. Я чую опасность. Я чую очень сильную опасность. Вперед! Все, хлопцы, с GG. Это GG. Увольн конструктор. Окей. Вау. Вау. Еще раз один. Что он делает? Я понял. Я понял. Классно. Замечательно, замечательно. У него столько брони, что его хер пробьешь. Как мне с этим справляться? Мне нужно понимать. Как мне с этим справляться? Мне нужно это понять.
Может, мне в прыжке нужно его херячить? Но мне бомба не дает. А, так. А, я их взять все-таки не могу. Или могу? А, не падают. Все. Ай. Отлично. Ой-ой-ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь. Ой, сука, напугали. Падаем. Он застрял, это отлично. О, бомба. Уходим, 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 уходим. Все, он легенький, я заметил бомбы. Все отлично. Мать, это одна тычка столько все вынесла? Так. Костяная секира расщепление. По мертвым равнинам ходит история о городском. Так, о горном воине, который часто хвалился своей секирой, а позже выяснялось, что Вастун присвоил себе славу чужих побед. В наказание он был превращен в магический топор и был навеки обречен помогать другим в достижении славы, в которой сам так стремился. Хотя этот топор наносит не такой уж урон, как другие виды оружия, он выглядит так. Он вытягивает жизнь из тех, кого ранил, и передает ее своему владельцу, тем самым усиливая его и ослабляю врагов. Критические удары топора отбирают еще больше здоровья. Окей. Затерянный храм выполнен. Особенности расщепления. Ну, у него урон намного меньше, поэтому как-то так. Я палку хочу эту. Я хочу эту палочку. Мне нужен 10, у меня только 8. Ну, скоро будет 9, считай. Ладненько. А, я выполнил же это все дело. Компас нашел. Перес собрал. Так, ладно, сундуки. Синенькая. Зелененькая. Ой, она хорошо выглядит довольно. Сохранить.
Защита, крит, урон, магия. Ну, типа минус магия, минус крит урон. 46 и 7. Но она лучше по этой. По характеристикам. Так, могу я его? Нет, не могу. Ладно. Крит урон 6%, блин. А что у меня по критам? 6%. 56. Здесь 6. Это опыт. Здесь ничего такого. Нахождение золота. Еще крин шанс. Блин, ну, короче, пускай будет у меня это одетый. Ну, это покрасивее выглядит. Это на два плеча. Ладно, пускай это будет. Я так подумал, давайте, наверное, на этом закончим. В следующей серии мы активируем этого чувачка и узнаем, что за ним. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья, всем. Та маленькая область. И всем пока.